Городские округа Бронницы, Воскресенск, Лыткарино, Домодедово, Егорьевск, муниципальные районы Раменский и Ленинский. Все они находятся под контролем территориального управления Юг Государственной жилищной инспекции Московской области, которая контролирует процессы, связанные с коммунальным хозяйством, составляет рейтинг, выделяет и взаимодействует с аутсайдерами. Во многом на этот рейтинг влияет работа управляющих компаний. В нашем районе их 40, и только две показали неудовлетворительный результат. Мы тут как бы должны понимать, что эти компании с низким рейтингом либо уходят с рынка, либо администрации в кратчайшие сроки реанимируют эти компании. На совещании обсудили несколько важных на сегодняшний день задач в сфере коммунального хозяйства, поставленных губернатором Московской области. Одна из них – программа «Мой подъезд». В Ленинском районе она реализуется более чем удачно. В прошлом году был отремонтирован 531 подъезд, в этом планируется привести в порядок 463. Это губернаторская программа. Программа, наверное, самая такая знаковая. Я передовиков. Прошу вытянуть больше, чем необходимый даже процент, потому что у нас есть отстающие, а задача губернатора выйти минимум на 59% к 1 сентября. Одной из ключевых тем стала подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону. В нашем муниципалитете ею занимается Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства. Идет наладка работы всех котельных, сети тепло- и водоснабжения, водозаборных узлов и очистных сооружений. На 85% завершена подготовка. Мы до начала отопительного сезона будем абсолютно полностью готовы, проведем все запланированные ремонты и выйдем в отопительный сезон абсолютно готовыми. Обсудили собравшиеся и реализацию программы по перезаключению договоров на вывоз мусора. Здесь Ленинский район также находится в зеленой зоне рейтинга территориального управления Юг. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.